Итак, всем привет. Сегодня у меня на обзоре вот такой новый лимонад. Называется Royal Cola Оригинал. Оригинальный напиток безалкогольный, сильно газированный. Называется Royal Cola Original. Это значит оригинальная кола. Так, производитель Санкт-Петербург. Филиал сибирская пивоварня Хеннекен. Россия, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Стерлитаман, какая-то, блин, улица, город, хрен его знает, что это такое, Иркутская область, микрорайон Марковской Иркутского района, Хабаровск, короче говоря, везде этот лимонад, блин, везде пишут адреса. Давай попробуем, что это за такой у нас лимонад. Реально это кола, оригинал, оранж. Ну, оранж это значит оригинальная кола. Да, по вкусу оригинальная кола. Мягкая, насыщенная, хоть и пивоварня производит, Хейникен. Или Хайкен, как она там называется, пиво такое есть. Эта кола очень полезная, вкусная. Да, она правильно написана Orange. Оригинальная кола. Royal Cola. Очень вкусная, насыщенная. Да, будет еще какой-то там третий вкус. Недавно видел по телевизору три вкуса. Это Royal Cola. Потом это... Лени Лимони, вот этот, или Тони Лимони, просто уже не помню, как он называется. И еще на букву С, как-то английская, три нового вкуса появилось у нас лимонада, который я никогда не пробовал. Вот надо будет увидеть третий вкус, сделать обзор, потом их снова смешать воедино. Да, я всегда буду... Я буду все новые новинки смешивать воедино, без разницы, какой лимонад это. Без разницы, вкусы, ну, просто увижу какой-нибудь там лимонад... А у меня еще одна идейка возникла. Да, вот оценка 10 из 10. Есть все вкусы русский дар, кроме кваса. Квас я не буду смешивать, потому что квас это квас, а я буду хочу смешать тайга, тархун. И еще один новый, третий вкус, это, по-моему, как бы, как дюшес он тоже. Вот хочу его смешать. Ладно, всем удачи и пока-пока.